А у бедных людей какая психология? В первую очередь это гордыня. Да, да, это так. Это гордыня, это мы крутые, мы всех порвем, мы горды, мы не будем ни перед кем унижаться, мы сами все можем сделать и так далее. Посмотрите на Юго-Восточную Азию. Да. Они же все ниже травы, тише воды. Южная Корея, я вот гольф играл, зашел, гольф поиграл, обувь оставил, зашел в ресторан, в другой обуви, покушал, выхожу, мою обувь уже помыли, почистили, отполировали и поставили. Я даже не знаю, кто это сделал. Да. Они очень креативные люди, они очень интересные. Они, у них очень. Гордыня на нуле. Я так назвал, любые понты, любое тщеславие, гордыня стоит денег. Хочешь быть гордым, тогда будь бедным. Это железное правило. Хочешь быть богатым, будь скромным.